платье летнее, без рукавов, очень легкое и струящееся. Сегодня мы с вами будем его моделировать. Платье имеет свободный силуэт. Оно очень свободное по линии талии, по линии бедра, а по линии груди оно умеренно свободное, скажем так. В этом платье вырез горловины практически остался на своем месте, как на выкройке основе. Также мы сильно ничего не делали с линией проймы. На полочке мы сделали капельку, застежку. Также рельеф, идущий от линии плечевой. И вот такой вот он спрямленный, чуть-чуть расширенный по линии низа. Боковые линии мы разрезали немножко ниже линии талии, сделали присборку и карман. Сбоку сделали разрезы. Высоту разреза каждый может регулировать так, как вам нужно. Срезы закрыты. Если будет открываться, ничего не будет видно. На спиночке, то есть вот у нас перетекает линия, здесь мы тоже сделали присборку. Тоже вот и рельеф, идущий, а здесь уже мы сделали кокетку, идущий до кокетки. Обработка горловины выполнена обтачкой. Обтачку я не делала большой, широкой. Она абсолютно нормально прилегает и держится у нас по линии горловины. Вот я как одеваю, никуда ничего не смещается. А вот по спиночке я закрепила швом для того, чтобы тоже она у нас, ну, не была видна, чтобы она у нас не выскакивала. Пройму обработала косой бейкой изнутри. Вот такое вот легкое, замечательное платье сегодня мы с вами будем рассматривать. Когда я говорю легкое, замечательное, это я имею в виду штапель, с которым мы сегодня будем работать. Он как пушок, очень мягкий, очень легкий и слегка шелковистый. Производство Германия. Этот штапель у нас из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочки вам на магазин обязательно оставим в описании. Перед раскроем штапель не нужно либо простирать, либо продекотировать, потому что он может дать усадку. Это естественно, потому что натуральные волокна. И если вы будете заказывать в этом магазине впервые, обязательно скажите промокод «Ткани женщина» и вы получите скидку. Рассмотрим платье на мне. Я вот вам показываю, насколько оно свободное. Оно свобода здесь присутствует и по линии груди, но она не такая большая, как по линии талии и по линии бедра. Карманы прекрасно вписались. Они рабочие. Показываю вам, значит, я сделала чуть-чуть выше колена сами разрезы, но при желании, естественно, вы их регулируете, либо вообще не делаете. Замечательная длина. Такое платье можно надевать, как я показываю сейчас, с кроссовочками, а можно одевать, естественно, и, допустим, с обувью на высоком каблуке. Это будет зависеть от того, какой образ вы хотите создать. О расходе ткани я говорю при раскрое. И при сборке, которая у меня выполнена чуть-чуть ниже линии талии, я говорю о том, что ее, если не хотите себя увеличивать, не нужно делать. Вот здесь именно по бокам, да, именно вот эти вот фрагменты я оставила спрямленными. А присборка выполнена только посередине, то есть в начале. И точно так же и на спинке, только в начале. Переснимаем выкройку основы для моделирования. Нам не нужен рукав, потому что платье идет без рукава. Длину я не переснимала полностью макси, а добавлю ее при раскрое. И моделирование у нас не будет очень сложным. Минимальное, просто минимальное моделирование. Значит, по линии горловины, буквально на 1 сантиметр я расширяю линию горловины. Вот я прикладываю. А потом на примерке я посмотрю, если захочу больше расширить, я больше расширю. Выточка плечевая, у меня ее не будет, я хочу сделать кокетку относительно середины спинки под прямым углом. Вот выкладываю, у меня здесь даже есть возможность вот так вот сделать. Я прорисовываю линию кокетки.
Ну, относительно, смотрите, вот здесь нам нужно именно прямой угол, да? Именно здесь нам нужен прямой угол, потому что мы будем с вами работать так, чтобы по кокетке сгиб, поэтому, естественно, прямой угол нам и нужен. А по линии дальше уже проймы мы можем и не выдерживать этот прямой угол. Вот так. Чуть-чуть. Даже еще больше я сделаю под наклоном. То есть вот так. И у меня получается, если я беру от линии плеча, опускаюсь вниз, здесь у меня 8 сантиметров, здесь у меня 7,5. Выточка, она не доходит до линии кокетки, как вы видите. Поэтому я сейчас ее буду удлинять. Раствор выточки я не меняю. Он у меня остается прежним. А выточка будет перенесена в линию проймы и даст мне лучшую посадку. Здесь я разрезаю. Вырезаю свою кокетку. Закрываю выточку. Делаю более красивой линию. Сейчас возьму карандашик и карандашиком прорисую. Ну, здесь буквально каких-то миллиметра два я срезаю. Ну, у меня, смотрите, видите, как кокетка. Она получилась, ну, неправильной формы. За счет выточки получился изгиб. И еще чуть-чуть. Ну, не 2, 3 миллиметра, да, я срезаю тут здесь 3 миллиметра. Все, кокетка у меня готова. Спинка. Что я делаю дальше со спинкой? Посередине спинки у меня будет сгиб. Пишу, середина спинки. И, соответственно, смотрите, у меня здесь вот прогиб идет, да, вот если я прикладываю... Вот так вот. Он у меня будет выкладываться в прямую линию. Выточка. По выточке разрезаю до низу. Значит, что сейчас я делаю? Провожу вот так вот от вершинки до вершинки линию. Измеряю, сколько сантиметров у меня идет до линии бедра. 12. И эти же 12 сантиметров я отмеряю. Или можете сделать более спрямленным изделием. Я выточку здесь все равно сделаю. Она у меня, ну вот так вот, сантиметра 2 по спинке она у меня будет. Поэтому, когда я буду сейчас вырезать, то у меня вот так вот все пойдет. И до вершинки я веду. Боковая линия. Для себя, кто с раскроем, у кого сложно, подпишите пройма, подпишите линия низа, да, вот здесь вот, допустим, напишите низ. Ну, вы можете ориентироваться, естественно, по линиям, можете подписать линия бедра, да, вот, бедро, чтобы вы понимали, что это низ. Здесь талия, поставьте буковки Т. Ну, иногда задают такие вопросы, для тех, конечно, кто шьет и шьет часто, кажется, ну странный вопрос, но для тех, кто только начинает, это все настолько сложно, я понимаю прекрасно, что да, вопросы задаются, потому что человек хочет разобраться, и это правильно, и это хорошо, потому что вы разбираетесь, и для вас есть какие-то сложности. Все, вот мы с вами спинку разобрали по деталям. Единственное, что нам нужно будет с вами, это еще отрезать. И вот здесь тоже абсолютно у всех все по-разному. Кто-то отрежет прям по линии талии, и мы здесь прибавим количество сантиметров, да, для присборки. Кто-то отрежет выше линии талии, это допустимо. Кто-то отрежет ниже линии талии, тоже допустимо. Я отрезаю ниже линии талии на 2 сантиметра. Вот здесь я буду отрезать и
Мне нужно будет расширить эту деталь для того, чтобы выполнить присборку. А саму присборку я не буду делать прямо вот сюда, до самого края, до бокового среза. Я ее так сантиметров 5 до бокового среза я ее не буду доводить, чтобы она была у меня минимальная и меня не расширяла. Мне это не надо. Все, спинку я вот так вот сделала. Так, сейчас еще раз промерю, насколько я тут опустилась. Ага, вот так. И откладываю в сторону, она у меня готова уже к раскрою. Длину скорректирую в процессе. Знаете, что я здесь не сделала? Вот я обозначила, да, что я расширяю линию горловины. И я ее на 5 миллиметров еще углублю. А я ее не прорисовала. По линии вот здесь вот плечевой пока оставляю на своем месте. На примерке я посмотрю. Либо я его оставлю, так вот эту линию, либо я потом еще скорректирую, что-то срежу. И вам предлагаю сделать то же самое, пока ничего не срезать. Все, теперь откладываю. По линии горловины полочки также буду вносить корректировки. Ну, смотрите, я на сантиметр расширила, на сантиметр углубляю. И вот здесь... Сейчас буду прорисовывать капельку. В зависимости от вашего желания, как вы хотите, вы будете сами решать, насколько ее делать глубокой. Насколько вы хотите приоткрыть линию груди. Я приоткрываю, ну, пока сантиметров на 17-18. Даже вот так вот, 18. И делаю следующее. Ну, возможно, у вас тоже есть лекала. Теперь здесь я буквально выхожу, вот здесь вот пару миллиметров отступаю. Вот буквально пару миллиметров. И теперь смотрю, как мне прорисовать эту капельку. То есть, как она у меня будет выглядеть. Ну, пока вот так рисую. Вы рисуете сами, как вы видите. Какая она должна быть у вас. Ну, вот здесь, смотрите, я ее прорисовала, а теперь, ну, естественно, мне нужно, чтобы был вот хотя бы на сантиметр прямой угол относительно середины. То есть пока она у меня выглядит вот так. То есть как она выглядит, мы с вами можем рассмотреть, ну, допустим, взять кусочек бумаги. Сейчас я беру кусочек бумаги, складываю вдвое. Это я к чему? Я к тому, что нам нужно увидеть результат, да? И вот я ее сейчас обвожу. Возможно, я хочу глубже. Ну, мы можем сразу с вами определить. Возможно, шире, да, вот здесь вот как-то расширить. Теперь я беру к сгибу. Прям четко-четко по сгибу фиксирую. Прорисовываю, вырезаю и вижу результат. А сразу будет видно, где что мне нужно будет изменить. Или ничего не нужно будет изменить. Вот я вырезала, вот я разложила, я посмотрела. После того, как я сделаю примерку, да, пока я вот так вот оставляю. Остается все на своих местах. Пока ничего не вырезаю. Вырезаю только вот эту часть. Саму капельку не вырезаю. Следующее, что я сделаю, это еще, смотрите, вот так вот сантиметра на 2. Можно сразу сделать обтачку. Вот, и сразу будет обтачка вырезана. Точно так же прорисуем линию горловину спинки.
Следующее, что я делаю, это точно так же разрезаю посередине полочки сгиб. Точно так же разрезаю и измеряю от вершины выточки нагрудной, через вершинки выточки талиевой провожу линию. Измеряю расстояние. Так, здесь у меня 11 сантиметров. Откладываю. При желании мы с вами можем к линии низа сделать расширение. Если будет получаться, то это вполне можно сделать и будет тоже интересно смотреться. Все, в боковых срезах сделаю высокие разрезы. Насколько высокие, тоже посмотрю. Разрезаю. Выточку на полочке тоже делаю минимальной. Поэтому, смотрите, я вот так вот ее сразу, ну вот, на 5 миллиметров уменьшаю и вырезаю до выточки нагрудной. Точно так же сделаю здесь. То есть я меняю раствор выточки талиевой. Я ее делаю меньше. У кого маленькая, вообще не делайте. У меня здесь сантиметра 3. Да, вот. Ну, почти 3 сантиметра. Следующее, что я делаю, то же самое. Я пишу бок. Да? Это вот сюда показываю, к серединочке у меня идет, к центру. То же самое вот здесь я делаю присборку. А здесь присборки у меня нет. Кто хочет, дополняет карман. Вот здесь можно даже сделать карман в боковом шве. Тоже будет классно, удобно и хорошо. Ну, с отрезным бочком, вернее. Вот здесь. Эту часть отрезаю. Ну, не полностью, да, пока. Потом разрежу, чтобы она у меня не потерялась. Ой, все, сделала неправильно. Я же на 2 сантиметра ниже опускалась от линии талии. Так. Вот эти 2 сантиметра. Вот теперь вот здесь буду отрезать. Поэтому, если я буду делать карманчик, он у меня отпустится, естественно, ниже. Отрезаю до самого верха. Вырезаю выточку нагрудную. И она у меня вот так вот и остается на своем месте. Ну, единственное, что я сделаю... Это сейчас, ну вот этот уголочек, ну таким мягким переходом, тоже пару миллиметров срежу. Все, по линии горловины я все сделала. По боковой линии у меня все понятно. Линию проймы, если вы хотите, чтобы она у вас была более закрытая, приподнимайтесь выше, я ее вот так вот и оставлю. Ну, единственное, вот здесь... Ну, каких-то там 5 миллиметров я добавлю. Углублять не буду. Поднимать выше тоже не буду. Все, приступаю к раскрою. Я уже раскроила. И хочу вам все показать. Потому что сам крой занял бы сильно много времени. Поэтому я показываю сейчас все по порядку. Чтобы было понятно, максимально понятно. Я сделала макси. И смотрите, что у нас с вами получилось. Начнем со спинки. Вот у меня спинка, сгиб, средняя деталь. Со сгибом идет и кокетка. К кокетке пришиваем, естественно, бочок, тот, который мы отрезали. Сейчас я убираю. Я его немножко сделала более спрямленным по боковой линии. Насколько спрямленным? Сейчас показываю. Смотрите, вот у меня припуск на шов. Вот здесь, видите, вот прогиб я сделала более спрямленным. Все. Значит, эти детали у меня сшиваются вот так. Но предварительно к боковой детали, поскольку у меня здесь присборка,
Естественно, я добавила на присборку. На присборку я добавила 5 сантиметров. Высокий разрез добавила на разрез. И по линии низа, и на спинке, и на полочке, и именно вот здесь, где рельеф, я чуть-чуть расширила. Буквально по 3 сантиметра я добавила. По боковому срезу практически ничего не добавляла. Оно как бы, ну, распределится и все. То есть здесь мы сделаем присборку. Соединим эти две детали. После того мы соединяем с серединкой. И потом пришивается кокетка. Поэтому я все детали, ну вот спинку, вот так вот складываю, сюда же кокетку, убираю, показываю вам полочку. На полочке, кстати, расход в ткани 2,5 метра. 2,20, 2,5, в зависимости от вашей, от вашего роста, в зависимости от того, какую длину вы захотите сделать, это тоже, ну, как бы, будет иметь значение. Так, вот у меня середина полочки со сгибом. Я ее выкладываю. Еще раз говорю, что я добавила длину и расширила по линии низа. Именно вот здесь в рельефе. И, соответственно, по линии низа боковой части тоже. Пока капельку не вырезала. Боковая деталь. Вот она у меня. Я ее тоже сделала немножко спрямленной, более спрямленной. И вот здесь, смотрите, я же сделала еще карманы. Поэтому, когда я сейчас карман подложу, вы увидите, что тоже я выполнила. Сейчас вот так прикладываю. Расширение. Тоже на 5 сантиметров, может быть, даже чуть-чуть меньше. Почему чуть-чуть? Смотрите, вот так вот, да? Но здесь у меня будет сантиметра, наверное, 4, потому что я присборку буду делать только вот здесь. До кармана у меня присборка не будет распределяться, и вот этого количества сантиметров мне будет вполне достаточно. Здесь по сборке что мы делаем? Выполняем карманы, после карманов соединяем две детали, потом соединяем центр, сразу же... Потом после этого я соединяю плечевые срезы, обрабатываю горловину, а потом соединяю боковые срезы и обрабатываю линию проймы и линию низа. И платье будет готово. Всем удачи, всем пока!